Game on! Всем привет, друзья, с вами Бомж, и сегодня я для того, чтобы выполнить свое обещание и вот показывать вам этот ролик, убил, наверное, часов 7. Объясню почему. В дуэлях я нашел хороший пик, как только увидел эту карту, я решил, что можно попробовать здесь папаться. И видно было, что здесь метатель очень будет много брать, конечно, по-любому, и я сразу пошел Эдгаром. Это очень хорошо работало, я дошел до одной каточки до 30 ранга, это была катка 3 на 3. Я подумал, что вот пусть я не весь путь с рандомом прошел, да, только там сколько, 900 с чем-то, но все-таки остальную часть, вот самую финалочку я хотел именно там добить, но и мы отлетели просто через 30 секунд вот с таким пиком. Потом я такой, ладно, верну кубасы и еще раз попробуем. Окей, мы возвращаем кубасы и улетаем 0-2. У нас было 3 танка, Бас, Бустер и Фрэнк. И против нас Грей, который всю карту раскрыл, нас просто Честер уничтожил. Я подумал, нафиг этих рандомов, даже если типа хорошо играют, пики вообще такие бредовые, и тупо не работают они. Поэтому сейчас мы попробуем добить Фрэнка в дуэлях. Вот если сейчас не пойдет, клянусь, это ласт попытка в этом году. Потому что все, потом уже сбросы, и я не знаю, что дальше будет, но я постараюсь от души. Поэтому обязательно закиньте лайк, поддержите. Без вас это не получится, и, конечно, подрубайте код ММА. Спасибо большое всем, кто поддержит, кстати. Скоро брал пасик выходит, так что обязательно залетайте в телегу. И не буду затягивать. Мы, короче, я хотел сказать, что мы разыграем брал пасики, но погнали. Я уже люто устал, люто туплю, и даже в катках, возможно, буду глупости делать. Все начали читать этого Эдгара и его жестко контрить. Поэтому я в ответку взял прима. И сейчас начинаю с прима. Если там метатели, пытаюсь как можно больше пережить, накопить ульту, снести его. Если там Грей раскрывает, то пытаюсь... Они такие хитрые. Я вам сейчас покажу все. Там есть Грей, который гаджетом всю карту раскрывает и берут пчела, отис, что-то еще. Это вообще жесть. Это самая сложная связка, против которой играть вообще очень тяжело. И сейчас мы видим два метателя и Гейл. Но Гейл сейчас не такая страшная проблема. Давайте, знаете, что сделаем. Забайтим его сюда подойти. Ну, по-моему, не очень сломался, но проход будет. А чел не планирует атаковать. Он не хочет ульту особо фейсить. Но у меня гир стоит на ульту. У меня дамаг гир. И гир на зарядку ульты. На Фрэнке я уже играю с хилгером, потому что там это решать. Ну... Ай-яй-яй. Ладно, в принципе, вот эти два первых перса не проблема, да и третий тоже, но очень опасно проигрывать на прима, если есть очень жесткая контра Фрэнку, это начинает сразу большие проблемы. Чел теперь мой домик пошел, а ничего, что я как бы там живу, не? Это мой домик. Вот твой домик. Вот. Вот это твой домик. Но в идеале, да я просто отойду. Он закинет ульту, скорее всего, и сразу начнет тычками спамить. Но скоро начнет его жрать дымок потихонечку. Вот она ульта. И мы ему чуть поможем. Теперь, он не знает, что у нас на Фрэнке, скорее всего, наушники. Но обычно все тут за магом почему-то играют. Я не знаю, меня наушники столько раз спасали, что я бы здесь сейчас не сидел бы по кубасам этим. Ну и на бомзе... Блин, прикольно играть, но как-то как будто реально... Как-то не везет. Вот обстоятельства очень жестко складываются против него. И вот все, что я не начинаю делать, просто улетает на весь день. И то же самое сейчас происходит, так что если сорян, если ролик поздновато, но я подумал, что либо в этом году, либо в этот день, либо никогда. Чел гир, гир гаджет готовил, но просто отошел и все. И остался справа, в принципе, это победа, я думаю. Еще осталось у нас
4 каточки, посмотрим, кого еще закинет. Но уже и 1200 встречал, кого только не встречал. И каких-то хороших европейских игроков иногда тоже закидывал. С кем-то из них попался вообще в первую катку. Он пошел метатель Рика, у меня Эдгар был, и там просто весь его пик одним персом сожрал. Но сейчас не отвлекаемся на болтовню. И еще я вам сейчас расскажу очень крутую тему, которая реально в бомже вообще очень жестко работает. Короче, прикол в том, что когда я на прима против какого-нибудь, ну, Честер клоуна, да, играю, там либо сразу стан, либо конфетка отталкивающая. Когда я, важный момент, по разам остаюсь танком, мне дает просто такой, вот все, что дымок этот, который травит чуть-чуть ядиком. Вот эти липучки, которые вокруг, как у спайк-пульта. Вот все, что угодно дает, но не то, что нужно. Это просто жесть. Ладно, 4 качки, фокусируемся на них и не отвлекаемся. Сразу чекаем пик, гром. Гром, Пенни, Шелли. Вот первых двух можно снести и потом, в принципе... Блин, но Шелли это тоже опасно. Если Шелли останется с ультой... Вот сейчас он круто стал, чисто... Ух, его еще отбросило. Сейчас как гаджетом даст, блин. Я эти вещи знаю, грома нельзя недооценивать. Кстати, тут неплохая тренировочка на мансе. Окей, он ульту накопил на Пенни. Он может даже поставить эту пушку. Я просто под его тычки залечу. Ну, пару раз ульту накоплю, да и не проблема. Вот Шелли, Шелли это самое опасное. Но если он будет на Пенни еще гаджет тратить, то ему будет хуже. Он поставил его крайне. Крайне странно. Ой-ой-ой. Опасненький был момент, но получается на гаджет забайтили, и у Шелли еще два. Но у нас Фрэнк сожрет Шелли, если... Ой-ой. Давайте вот так встану. Так. Милитычку давайте скушаем и в домик пойдем. Я реально... Вот я очень много каток проиграл просто из-за того, что я играю вот... Не то чтобы на фан, на актив, да? То есть заходить, что-то делать, атаковать. И вот за это очень много раз платился. Потому что типы все сушат. Если у него есть возможность, там, допустим, если он на метателе может жестко закрыть, он на сэме, громадном сэме, уходит в дым, лишь бы вот потом на метателе начать закрывать и не дать ульту на фейсе. Короче, такой вариант. Поэтому, извини, дружок, но я реально, я весь день убил на этот ролик, я не хочу еще больше времени убивать на это. Так, он пытается подловить чисто на ошибочке. Но не сегодня, ребята, я... На. Еще одна важная тема, про которую я не рассказал, когда я сейчас... А вот ласт игру слил в 3 на 3, минус 10. Вроде бы нормально начинаю возвращать, и все. Лютый тильт с Эдгаром не идет. Просто дофига слил. Где-то кубков 30. А это учитывая, что на каждом персе, да, это очень много... Я беру перерыв, иду делаю бутербродик, закидываюсь колбаской, сосиски, там чаек, все. Вот сейчас я здесь благодаря именно этому, так что чекайте этот лайфхак. Если у вас не идет в тильте, то покушайте от души дома и все, все пойдет. Эдгар. Вот. Тоже первым пиком Эдгар брал, и на прима... Один раз только Эдгаром на приму, ну то есть прима перебил. В остальных ситуациях... Прямо просто чуть... А, у него гаджет другой, у него ульта уже есть. Ну, это вообще халява тогда. Он даже без щита. Ну, то есть, у меня ручки чуть побольше. Понимаете, да? Чисто... Чисто масса, масса решает. Он сколько? Наверное, 45 килограмм весит. Это прямо 90 все. Попробую такую колдыбину перебей. Давайте похилимся. Но мы можем просто... Что за школьный драк? А, я вспомнил. Я вспомнил, за счет чего я проигрывал. Был прима с другим. Блин, это проблема, может быть. С другим гаджетом прима был. Ладно.
от греха подальше, от Барли. Блин, еще и бас. Офигенно. Но если сейчас с Эдгар выиграем, то все нормально будет. Если проиграем, то большие проблемы будут. Да, мне надо в него тычки 4 всадить. А я знаю, что я сделаю. Я в дым уйду. Вот. И Барли, он теперь... Ну, он никак не выиграет Фрэнка. Я, блин, я этот ролик стопну, я удалю. Не знаю. ОБС, блин, записывать ролики не буду, если я сейчас проиграю. Макс, Макс Фокс. Может даже пару тычек специально получить. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Сильно не коцаемся. Так, он 1300 бьет, значит, он не хилится. Тут типы на 800 даже так поти. Черт возьми, как будто это их последняя игра. Ладно, а вот теперь остается надежда, знаете, на что? Ну, как бы на то, что я смогу на Честере нормально ульту выбить. То есть, чтобы это был стан, либо конфетка. Ну, конфетка сразу есть. Ладно, я подожду, чтобы чуть-чуть время на себя перетянуть. Я убирал палец. Блин. Я не знаю, не буду, наверное, конфетку менять. Блин, опасно. Ладно, если что, после под себя я кидаю сразу. Перенастроим. Хотя, рисково, рисково. А что это было? Блин, ну это кринж. Ладно, давайте сейчас камбэчно. Его как оттолкнуло, но... Не, я просто на предик давал, но эта фигня была, не сработала. Менять ульту тоже был еще... Еще больше риск, потому что если я бы поменял ульту на что-то вообще никчемное, то тогда вообще шанса не осталось. Сейчас очень эпичная качка была, я чуть не стал показывать, думаю, так ролик слишком длинный будет. Получается, играли с Бравл ТВ, много народ сидел, но один прима, весь пик контрит. Поэтому, если что, прима здесь реально можете езжать, даже какая-то контра, все равно можно выкрутиться, как-то придумать, особенно вот с новым гером. Так что гоним дальше. Ну что, народ, погнали. Две родненькие осталось. Получается, у нас сейчас 9-9. У него динамайк. Блин, Дина здесь тоже очень опасен. Он так прыгать умеет. Окей. У нас есть ульта, если грамотно залетим, то можно уже второго перса тоже забрать. Посмотрим сейчас, что у него по прокачке, по герам. Уф, он вообще слаб был. Прокачан. Походу уже в долях не осталось никого, с кем можно встретиться. Уже со всеми встретился. И остался Честер. Но Честер тоже может быть опасен, так что не расслабляемся. Тем более 11-й. Только не стан. О. Ну ладно, типа Фрэнк должен, по идее, его снести, у меня есть наушники, но это просто жесть, он меняет, сразу у него стан выпадает, у меня это очень-очень редко всплывает. Ну, финалочка.
Уранчик родной. 9-9-9. Погнали. Погнали, народ. Надеюсь, вы полыкоську уже закинули, потому что уже собака орет. Гулять надо. Весь день просто. Я не знаю, зачем я себе все это усложнял. Ну и отчасти, может быть, я как бы не с рандомы, да, добил. Но я во всяком случае очень пытался. Ну, понимаю, что на этих персах это крайне тяжело будет сделать. Такие, как, допустим, пчела, там, кто-то в соло может открывать там. Ну, как открывать? Карта, если подходящая, раскрыта, можно в соло дамажить просто жестко и все. Но, блин, Фрэнк, если там вторая сторона провалена, тяжело будет с левой стороны что-то тоже придумать. Не в оправдании, но Фрэнк реально очень хороший перс и очень жесткий перс. Но больше для команды. Когда ты с командой пойдешь, и просто разматывать все будут. А вот это интересно. Заболтался, называется. Чел прям на громе трайхардит, прям все гаджеты отдает. Это жесть. Давай, иди сюда, профессор. Ну, не доставал же. До этого не доставал. Он быстрее бегает, чем Фрэнк, я не пойму, почему до этого не достал-то. Ладно. Есть два варианта. Либо он меня будет байтить на ульту и сам дым уйдет. Либо он в all-in пойдет и залетит на меня. Скорее всего, напидит, либо меня убьет, либо я его добью, у меня будет ульта на следующий раунд. Но, скорее всего, он оставит. Не знаю, что у него по логике будет, но сам я не полезу атаковать его. Я могу его просто стычек снести. Самое главное, чтобы не залагал. Да, он просто байт. Сейчас рисково менять ульту, может. Хотя, может, это... Ой, все. Ой-ой-ой, баз, Рик. Надо базу сносить, остальное халява. База реально очень опасная вещь. Один раз залетит, хорошо, все, обломает всю малину. И у меня еще прогибчика от него нет. Он-то копит. Че по ручкам? Крутенькие ручки, блин. Ладно, теперь у меня для тебя подарок, бро. Я через дома не выйду. Скинь мяч, не скину. Выйди, выходи гулять, не выйду. Так что жди. Ты будешь ждать, что я с другим гаджетом, как и все остальные Фрэнки. Но я чуть-чуть не тот Фрэнк. Чуть-чуть неадекватный. А кто тебя просил домой заходить? Кто разрешал? Все, Фрэнк. Пришла пора положить точку в этом споре. И пусть мы с рандомчиками не осилили, но хотя бы хоть как-то, ё-ма. Бомж теперь с 30-м ранком будет ходить. Охренеть, чел. Блин. Какой же ты назойливый, я в шоке.
Не, нафиг. Я больше... Я больше не буду прокачивать золотым того, так чисто для галочки кого-то. Потому что это просто жесть. Ну ладно, мне уже пора бежать. Надеюсь, вам этот ролик понравился. Он пусть был не самый идеальный, но вот такой, так сказать, жизненный. Когда реально бывает и не все случается так, как ты хочешь. Вот чтобы в таком контексте пришлось помучиться, как реально бывает. Так что всем удачи и всем пока.